3 здесь сегодня мы будем делать горки. После серии мы такую лабораторию построили. Одна липа. Так, берем лёс. Горочки. Горочки взяли. Будем теперь строить. Буду вас учить их. Я уже 5000 таких горок построил. На высокие будут? Будут, конечно, пап. Обычные лестницы. Будут строиться очень большие горки. Горки. Мы так его не вырубили. Страшно даже. Давай еще выше. Надеюсь, нам не страшно будет зрителей. Вот я долго буду на американские горки строить. Ну как, он вылетел хорошо. Получается, погнали. Будем сейчас ехать. Хотите американские горки? Сейчас будут американские. Хотите зрители? А если хотите, можно поставить. Можно поставить ускоренный вид рельса. Ускоренные рельсы. Я их не иногда запоминаю друг с другом. Потому что они разные. Я их этот ускоренный. Вот они, ускоряющие рельсы. Нет, нет, нет. Это электрическое. Нет. Да. Посмотрим сейчас. Быстро. Возвращаемся обратно. На высоту она. Так. Заходи, я покажу, где. Ускоренный. Ну, пошли. Ну-ка. Что? Это обычные. Так, электрические больше. Нажми. Активируешь и рельсы. Ой, это плохо надо. Ускоряющие рельсы. Там полную еду, да? Не знаю, попробуй. Бары-бары-гам-бары-гам-бы.
тут полностью будут такие рельсы. А потом будет шоу просто такое. Вот так вот. А теперь через далекое. И вот тут поставим. Думаю, так будет быстрее. Хорошо. Погнали строить нашу огонь. Замесу. Нет? Нет. Это просто свысока. Это американские горки. А хотите покажу супергонку, но супергонку. Знаете, какие я знаю гонки? Видел у американских горок. Вот так вот проходят, потом поворот резкий, потом дрифчанский был так. Хочешь, я такие горки тебе покажу? Вот такие вот. О, пап, а хочешь, я смертельные горки покажу? Вот так они выглядят червяком. Ну что ж, такое? Жаль, испробовать наши рельсы. Сейчас будет просто скоростной перерыв. Погнали за... Это скоростной перерыв будет. Умбер-умбер. Погнали. Погнали, зрители. Эй, папа, ты что? Не заехал, наверное. Разгона больше берет. Я и беру разгон. Боже, теперь не надо. На горку не надо. Там зомбак кто-то прыгает, видел? Ааа, это крипер! Взорвался. Быстрее, валим! Они даже креативе могут взорвать на план! Валим, 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 могильки! Быстрее в лабораторию, они и дома разрушают. А моя лаборатория очень скрытная. Там он разнесется. Он даже дома иногда чьи-то ломает. Быстрее в лабораторию. Фух. Да, зрители. Хорошо, что они на самом деле взрываются только вы, когда ты не в бессмертии. Но я хочу передать эту ночь, знаешь где? У себя в лаборатории, пап. Что я еще никогда в лаборатории не был. И не ночевал там, только в своем доме. Ну, за печку построить, холодно что-то. Зачем? Давай, да, сделаю. Так. Будет долго гореть. Сейчас сырой еды найдем. О, что будешь из сырого? Сэндвич. Ой, этот. О. Стейк хочешь? Угу. Так, и теперь уголь. Пап, ну что возьмем? Кикешки или уголь? Давай уголь. Пап, тут есть два. Золотой уголь и обычный. Обычный давай. Вот такой давай. Ладно, давай. Древесный. Это обычный. Это? Это древесный. Древесный давай. Он лучше горит. Древесный, значит. Уже факелы горят. Печка до сих пор, видишь ли, горит. Давай пока по...
потушим печку. Потом покушаем, да, пап. Угу. Печка пусть тушится. У нас пока там нету. Мне нужно выйти. Нужно Петровича проведать. Какого Петровича? Дядю Петровича, я его так называю просто. Петровичку. А там мой друг. Петровича обрадовать. О, Петрович! Ой, ладно, это не Петрович, я пошутил. Это дядька какой-то. Нужно к Петровичу. Это не дом Петровича. А где Петрович живет? Точно. Точно, я вспомнил. Рядом с моим домом тут. Петрович, выходи. А, ты мне изумрудики оставил, чтобы с другим. Ой, яблочки мне оставил. Он всегда мне что-то оставляет. А это он себе всегда. Пап, моя была... Знаешь что? Не любит Петровича какие подарки. Пап, знаешь что, пап? О, здоров, Петрович! Наконец-то ты тут. Ты ко мне приходит. Так, пошли поговорим. Никто не знает, что я живу прямо под землей. Зрители, а хотите, чтобы я был херобриным сейчас? Это злодей, он всех убивает. Так. Давайте попробуем сделать. О, блин. Чтобы нам разочаровать. О. Смотри, как. Пап. На силу один, пап. На воздух мы прокачаем. На лед или на огонь? На огонь, давай. На огонь? Самая сильная? Пап, а я никогда не пробовал, знаешь, какую силу? Знаешь, какую? Какую? Ладно, потом попробуем. Так, пока печка горит. Знаешь что, пап? А давай костер разведем на улице. То есть печку тогда нужно потушить. Ну и похаваю. Я уже 5 стейков съел, а было 4. Сколько их там? 6. Я 6 уже съел, а где? Она. Да, и ладно. Что с моим классом творится? Пап, давай еще. Давай, выходим. Давай уже костер сделать. Где костер будем разводить? О, может поторгуемся? Давай поторгуемся. Так. Блин. Не хватит. Да мне на что не хватит изумрудов, пап. Это какой? Дай ему по голове лучше. А давай его убьем. Давай. Ничего гнилого. Вот один удар, и он умер. Папа, давай-ка... А давай, знаешь что, охотиться на монстров. Будем помогать голему. Так, огнестойкость. Я повелитель огня. Я повелитель огня и скорость. Я самый быстрый монтаж. А что за звук? Может, в лесу кто-то? Нужно взять меч в руки. Овечка берет. А вот хочешь стейк, пап?
Так, свеженький. Сейчас свеженький. Вот. Сейчас свеженький стейк будет. Давай захаваем. А за кого мы играем? Спасибо. Пап, а давай снимем броню? Пап, нужно все-таки одеться. В кожаную, да? Угу. Так, одеваемся. Без шапки, пап, мы будем. Дадим шапку, тебе холодно. А у нас не зима. А хочешь, папа, давай в горы поднимемся? Давай. Пошли. Значит, а вот и горы. Посмотрим, как там на горах. А я помню, как Саша деревню нашел. Вон наша деревня. Папа, давай, я все-таки хочу. Всем пока-пока!